вас стріляли? Так. Навіщо? Вам їде спати? Ні, наш дім не знищив. Ви вже в безпеці? Так, але в чужій країні. І ви хочете сказати, що ці слова дають вам право називати нас братами своїми? Брат ніколи не буде мовчати. Брат одразу скаже личу. А ви всі? Навіть складно якось назвати. Кожен з вас – це трусливий мовчок. Мої облака в диму, їх ідоли мовчать, не замішать йому. Пока он в нашей крови тонет, быть может, в ней захлебнется вскоре. От этого не убежает. О, как нам это выдержать? О, дайте силы, просим и просили, в огне наши небеса. Свободные, что это за люди, и кто их осудит за закрытые глаза? Когда вокруг горят дома, и ты молчишь, а я кричу, это тоже дело твоих чувств. Да ну, и если всем не нужна война, то почему она пришла в мою страну? Страна, и вместе с ней нездоровые врачи. Пришли здорового лечить. И как теперь нам с этим жить? Нет, как нам выжить? Раз я чувствую твой страх, твои два слышу, ты кричишь, но уже никто не слышит. Но, быть может, нас услышат. Вот, дайте силы, просим мы, просили в огне